вы реагируете на блокировки социальных сетей? Да, положительно, что теперь делать? Мне пофиг. Как же раньше жили? В средние века. Без интернета, без всего. Да, без всего жили. Без машин, без, да, вот без компьютеров. А, без компьютеров. А компьютеры, кстати, были и до нашей эры. А мне пофигу. А если телевизор заблокируют? Чего? Я ими не пользуюсь. Вообще ничем, что ли? WhatsApp, WhatsApp не заблокирован. Другие соцсети мне не интересны. Фиг знает, не знаю. Мне все равно. Как вы реагируете? У меня ничего не заблокировали. Контакт, одноклассники, все есть. А мне больше ничего не надо. А YouTube? YouTube я и не знаю, что такое. Это уже Facebook, Instagram вот на днях заблокировали. Да вообще бы весь интернет заблокировали, было хорошо, дети наши бы умнее стали. Хорошо. Почему? Потому что молодежь, детки больно много играют, не то, что нужно. Представляете, Соловьева не смотрят они. Соловьева я с удовольствием, ночью не сплю. А мы не пользуемся ничем, у меня и телефона нет. Мне как-то что есть, что нет. Был бы телевизор. То есть вам без разницы, если заблокируют там? Ну, на самом деле, да. Нам, ну, лампочки ваши, сети. Ну, в общем-то, конечно.